Уважаемые выпускники, учащиеся, педагоги, родители, уважаемые первоклассники, сегодня действительно знаменательный день, который проходит вехой в завершении учебы и в том, что у многих сегодня начинаются каникулы. Уважаемые выпускники, несмотря на то, что сегодня погода немножко подпортила вам праздничный день, у нас все-таки существует очень хорошая примета. Если ты начинаешь новый путь в дождь, у тебя обязательно все получится. Поэтому я очень надеюсь, что у вас будет все хорошо. Перед вами сегодня очень много путей. И мне всегда хочется вам пожелать, чтобы вы выбрали тот путь, который будет вам наиболее благоприятен, который принесет вам наибольшее удовольствие от того, что вы будете дальше делать в своей жизни. Поэтому хочется тоже сегодня пожелать вам удачи в экзаменах, тестах, в правильном выборе вуза, и чтобы дальше все получилось хорошо. Мне хотелось бы отметить, что ваш регион на сегодняшний день – это такой промышленный центр Минской области, где, я думаю, любой может найти себе применение, закончив ли вуз или среднее образование, наше образование получив, или же вообще получив образование рабочее. Сегодня здесь сконцентрирован и переработка, и район является сильнейшим сельскохозяйственным регионом, получает очень хорошее урожай. Поэтому мне тоже хотелось бы вам пожелать, чтобы вы нашли себя именно здесь, на своей малой родине. Ну а всем остальным, выпускникам 9 класса, особенно первоклассникам, набраться побольше сил, чтобы 1 сентября прийти в школу крепкими, сильными, здоровыми, чтобы вам хватило потом на целый учебный год. И чтобы учились только на хорошие оценки.